Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня коротенькое видео о очень качественном, востребованном и действительно стоящем товаре, который, в общем-то, наверное, без них не обходится ни один рыболов. Это стойки. Стоек много на рынке, но все знают, что такое алюминиевые стойки, все знают китайские какие-то там рыночные варианты, которые разбиваются, выпадают, ржавеют и так далее. Вот, смотрите, вот такие три варианта стоек от компании Браунинг. Фирменные стойки стоят совсем недорого, ссылка будет в описании под видео. Они выходят в трех длинах. Я вот при вас прям померяю сейчас. Значит, вот такой наконечник. Длина маленькой стоечки самой, ну скажем так, small можно назвать, да, 47 сантиметров. И максимальная ее длина вылета 85 сантиметров. А что важно, она снабжена вот таким вкручивающимся шнеком. Действительно мощная, прочная, согнуть ее нереально. То есть и она при этом относительно легкая. То есть можно жестко ударить, ну скажем так, вбить в дно и дальше идти прокручивать. Резьба стоит у каждой из них, еврорезьба, сюда можно трипод поставить, можно садок прикрепить там, да, или рогатку какую-то сюда подкрутить, для того, чтобы удочку класть, стоечку какую-то еще. Ну, что вам, что называется, что вам будет удобно. Значит, следующая, точность такая же, но длиннее. Это медиум вариант. Самая малая ее длина это 77 сантиметров. И максимальный вынос у нее вылет это 124 сантиметра. И прям вот пользующиеся спросом всех времен и народов. Вот с такими закрутками даже. Это большая стойка, мощная. Отдельно выходит гильза с резьбой. Соответственно, вы можете ее куда-то вкрутить, да? Сразу же одеть на какие-то там подставки, стойки, как вам удобно, нравится. Здесь такие вот двухсторонние под пальцы фиксирующие винты. Ну, минимальная, сейчас померяю вам, минимальная длина. 100 метр ровно. Здесь также наконечник мощный, силовой, как раз рассчитан на то, чтобы пробить там вверх, да, суглинок какой-то, глину и так далее. И дальше уже пошли вкручивать. Максимальная ее длина, по-моему, 180 сантиметров. Я сейчас померяю точно и вам скажу. То есть под карповую ловлю многие заходят далеко в воду, ставят туда ее. 183-184 сантиметра максимальный вылет этих стоек. Значит, компания Браунинг, качество отвечаю, да, что называется, потому что продали мы их много, и люди просто приходят, даже из других городов приезжают, действительно за ними, потому что, говорит, просто их нет нигде. Абсолютно, вот именно такого качества. Набирают там по 10, по 20 штук себе, знакомым и так далее. То есть, пока они есть, пожалуйста, заказывайте. Ссылки под видео в описании на эти стоечки, где вы можете заказать. Не забывайте подписываться на социальные сети магазина Multifish, ВКонтакте, Facebook, Telegram, YouTube, Rutyub, Instagram. В таком случае все купившие у нас удилища, фидерные, маховые, матчевые, спиннинги и так далее, имеют право на получение двух запчастей в год бесплатно в период проведения акции. Об этих акциях, когда какая будет, я буду писать только в социальных сетях. Уже было акции Black Hole, Dive, будет новые, будет в перспективе Сабаней, Волжанка, Zemex. Все, дай бог, все получится, и мы это объявим вновь. Поэтому подписывайтесь, не забывайте. Покупайте в магазине Multifish. Всегда качественный товар, проверенный многократно. И вы точно не попадете на никакие подделки. И будете довольны и рыбалкой, и своей покупкой. Всего вам доброго и до новых встреч.